Хабаровский край в следующем году присоединится к проекту «Всероссийская студенческая стройка». В его рамках студенты из других субъектов страны смогут устроиться в нашем регионе на работу в летнее время. Такая инициатива стала одним из пунктов соглашения между правительством края и молодежной общероссийской организацией «Российские студенческие отряды». В студенческих отрядах России на сегодняшний день состоит более 200 тысяч человек. Они работают по 7 направлениям. Среди них строительство, медицина, педагогика, сервисное направление и цифровизация. Всего по стране 81 региональное отделение. Есть они и в Хабаровском крае. Этим летом на каникулах трудоустроят более 2000 студентов региона. Усилить работу в крае, потому что потенциал студенчества большой, и есть ряд работодателей региональных, в которых могут быть представлены объемы работ. Губернатор Михаил Дегтярев и командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов подписали двухстороннее соглашение. В нем меры по улучшению работы в этом направлении. Одна из инициатив – открыть в Хабаровском крае следующим летом всероссийскую стройку. Работать на жилых и социальных объектах смогут не только студенты региона, но и молодежь из других субъектов страны. Так и сделаем. Будем строить. Нам есть что тут строить. И железные дороги, и новые заводы, и ГОКи, и рудники, и много проектов, больших порты. Поэтому такое поручение я дам и Минстрою, и всем ведомствам. Еще одна договоренность – подыскать в Хабаровске отдельное помещение для размещения и сборов студенческих отрядов. Там же будет открыт музей, чтобы школьники могли знакомиться с деятельностью этого направления. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».